Большой-большой привет и спасибо, что смотрите меня. Сегодня мы с вами будем готовить лепешку с беконом, луком и крем-фреш. Ее можно есть вместо пиццы или вместо хлеба подавать на стол вместе с основными блюдами. На все про все уходит примерно час, и это с учетом, что два раза нужно будет просто подождать. То есть полчаса мы ждем, пока у нас готовится тесто, и потом мы еще 20 минут ждем, пока лепешка выпекается в духовке. Итак, нам нужны для самого теста 200 грамм муки, щепотка соли, 1 столовая ложка масла и 100 мл воды. А для начинки нам нужны 100 грамм крем-фреш, 1 маленькая луковица, 50 грамм бекона и щепотка перца. Меня периодически спрашивают, чем можно заменить крем-фреш. Насколько я знаю, крем-фреш это как бы кисломолочный. Нет, не кисломолочный, а это какие-то забродившие, перекисшие сливки. И можно заменять смесью из сметаны и сливок. То есть, если я вам сказала, нам нужно сейчас 100 грамм крем-фреш, тогда нужно будет смешать 50 грамм сливок, 50 грамм сметаны. Тесто должно получиться упругим и не прилипать к рукам. Если оно у вас прилипает к рукам, значит добавьте просто еще побольше муки. Вот, сначала немножко его помнем, потом оставляем на полчаса просто полежать спокойно при комнатной температуре. А после этого рассыпаем муку на досточку и начинаем раскатывать. Раскатываем очень тонко, то есть буквально, чтобы осталось толщина 2 мм. Можно даже еще тоньше. Теперь размазываем крем-фреш. Высыпаем перец. Бекон. И лук. После этого мы ставим в духовку, которая должна быть уже разогретая к этому времени, на 220 градусов посредине духовки на 20 минут. Вот, как я вам и обещала, мы больше ждем, чем действительно готовим. Вот что получилось. Я надеюсь, что вам понравится. Желаю вам приятного аппетита. Оставляйте мне комментарии, если остались какие-нибудь вопросы. Ставьте лайк, если понравилось. И смотрите меня почаще. У меня для вас будет еще много всего красивого, полезного, интересного. И вот как сегодня, например, вкусного. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!